Другой университет открылся в Чебоксарах. Так называется образовательный проект для молодых людей от 14 до 35 лет. О том, чему будут учить и есть ли в другом университете экзамены, Ольга Пырочкина. Учеба в другом университете началась одновременно в ряде городов страны. Это масштабный образовательный проект «Молодой гвардии». В Чебоксарах студентами стали 60 человек. Они прошли отбор и будут учиться по двум направлениям – медиа и политика. Здесь учат людей общаться, узнают много нового. Если это направление политика, то что из себя представляет политика, какие вопросы он решает? Самое главное для меня в другом университете – это новое общение, новые знакомства и, конечно, прокачаться в сфере медиа. Основной формат учебы – мастер-классы, воркшопы, встречи со спикерами. Первыми стали глава столицы Евгений Кадышев и депутат городского собрания Виктор Горбунов. Здесь каждый может выговаривать свою точку зрения, ту, какую он считает нужной сейчас сказать. Я считаю, что это самая яркая будет горячая площадка на сегодняшний день, где вся молодежь будет говорить, это будет шикарная обратная связь. Экзаменов и отчислений в другом университете не будет. В этом отличие из общего. Как и после выпуска из университета традиционного, молодые люди получат возможность трудоустроиться. Мы дадим им возможность пройти стажировку в органах власти Чувашской республики и даже города Москва. Кого-то из ребят, кто выбрал направление медиа, вы, возможно, увидите и на нашем телеканале. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.